В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. Экологический субботник «Зеленая весна 2022» пройдет во всех регионах нашей страны с 23 апреля по 23 мая. В минувшие выходные к нему присоединился и наш район. Республиканская экологическая акция «Зеленая Башкирия» прошла 23 апреля. Жители города и сельских поселений Янаульского района приводили в порядок памятники территории, сажали деревья. Всего в этот день было вывезено 20 кубометров мусора и высажено более 1000 саженцев. Подробности далее. Спортивный парк на берегу реки Янаулка стал любимым местом отдыха для многих жителей. С пользой для здоровья здесь проводят время и взрослые, и дети. А чтобы эта территория стала еще более привлекательной, здесь было решено посадить новые насаждения. В рамках акции «Зеленая Башкирия» работники управляющей компании «Управдом» обновили зеленые саженцы вдоль дорожек парка, убрали мусор, побелили стволы деревьев и бордюры. 150 елей и две декоративные яблони сорта «Роялти» появились рядом с велороллерной площадкой. В рамках акции «Зеленая Башкирия» сегодня работники управляющей компании «Управдом» и ООО ЖКХ участвуют на субботнике по посадке деревьев. Сегодня мы садим ели вдоль речки Янаулка, а также ремонтируем ранее посаженные деревья, это вот вдоль велороллерной дорожки. Это рябины, клены, яблони. И также на входе именно на центральную часть площадки мы закупили две яблони садового центра «Версаль». Будем сажать яблони. Ну, основная цель, конечно, это озеленение территории, чтобы жители могли прогуляться по этим территориям. Появилась какая-то теневая завеса. Ну и для красоты все-таки озеленение. Еженедельные субботники, это в рамках Дней чистоты, мы выходим по средам. Также у нас сейчас стартовали субботники уже с жителями многоквартирных домов. Ежедневно по вечерам, согласно графику, мы проводим субботники. Наши специалисты выезжают, каждый на свой участок. Раздаем материалы, инвентарь, все, что необходимо для проведения субботника и наведения порядка. В этот день посадка деревьев шла параллельно в нескольких локациях. На вокзальной площади волонтеры, малогвардейцы, сотрудники администрации решили высаживать крупномеры. С приветственной речью к участникам акции обратились начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан Азат Зиганшин и глава администрации района Ильшат Вазигатов. Они пожелали активистам успешной работы. В сквере на площади железнодорожного вокзала с легкой руки участников появились 22 каштана. Сегодня я на Ульском районе находимся в такой приятной миссии. Это в рамках «Зеленой Башкирии» посадка деревьев. Это традиция последних годов. У нас с каждым годом больше и больше районов, больше людей охватывает. Это направлено для того, чтобы благоустраивать наши территории. Сегодня по всей республике идет, в многих городах, населенных пунктах. Это вот простые люди, работники, ветераны на будущее уходят и сажают деревья памяти, деревья, которые украшают наши территории. Я в Янаульском районе много раз бывал, но по посадке деревьев первый раз. В этом году, конечно, вот сегодня первый день, 23-й еще у нас в республике, 11 мая планируется вот посадка деревьев. Здесь и молодежь привлекается. Я думаю, то, что вот эта традиция, она нас еще приближает, объединяет. Мы будем вместе, мы все это сделаем красиво, только вместе, общими силами. Ну, я люблю сажать деревья. Это, на самом деле, это важное, нужное мероприятие. Это, я скажу, хорошая традиция. И каждый, наверное, любит сажать деревья. Самая массовая высадка деревьев шла вдоль проезжей части в микрорайоне Колос. Район Новый, здесь проживает много молодых семей. После опроса жителей посадки решили дать название «Светлая роща». В этот день десятки неравнодушных жителей высадили здесь 1200 саженцев берез. И мы вот сегодня осуществили посадку в двух местах. Наши новые деревья на территории привокзальной площади, где с 2016 года идет благоустройство привокзальной площади в рамках и федеральной программы, исторические города и населенные пункты благоустраивали. Но сегодня вот в рамках
акции «Зеленой Башкирии» 19 крупномерных каштановых пород деревьев посадили. По-моему, это на территории Нальчикского района вообще впервые каштан сажаем. А здесь уже по инициативе отдела архитектуры, администрации городского поселения вот высадили березовую аллею, которую пока вот обсуждение ведем с населением района. Как будем называть, озвучим чуть позже. Посадкой деревьев мы занимались испокон веков. Всегда считалось, посаженное дерево – это благотворительность, фонд окружающей нашей среды, фонд обогащения кислородом нашей планеты. Мы это делали как-то вот без акции, добровольно, правильно. Я на улице всегда сажали много деревьев. Я много могу назвать посадок, за которые могу с гордостью нести имя инициатора. Наверное, похвалюсь даже, потому что больше 20 лет я уже работаю в администрации именно в части благоустройства нашего района. Начиная еще заместителем главы администрации по ЖКХ, был инициатором посадки большого количества пирамидальных тополей на территории нашего города. По объездной пирамидальные тополя, которые срослись, где-то не пошли, наши предприятия участвовали. По улице Солнечной и в целом возле наших школ 4-й, гимназии, школы, вот они были со снесением больших тополей, были пересажены пирамидальные тополя, которые сегодня радуют глаз, радуют и на улицах. Конечно же, очень приятно, когда видишь белоствольные, еще раз березы, стройные пирамидальные тополя, ну и другие деревья, рябиновые рощи. Назир Заитович всегда уделял большое внимание посадке деревьев. Он нас всегда призывал не только цветы, но и деревья сажать. Буква Z – это поддержка наших солдат, офицеров, которые участвуют в спецоперации. И, конечно же, тех идей, которые сегодня несет нам Владимир Владимирович Путин. Мы за спецоперацию, потому что это вынужденная мера, но она, может быть, не всем нравится. Особенно сложно, когда мы хороним наших парней. До этого мы об этом писали, говорили. К сожалению, мы потеряли Артура Ринатовича Набиуллина, Игоря Леонидовича Насибуллина. И вот на днях пришла плохая весть, или печальная весть пришла о том, что погиб наш земляк Ильдар Шакиров. И буквально вчера его похоронили в Рязани. Он там проживал, семья его там. Он наш уроженец. Пусть эти деревья в том числе будут памятью этим ребятам, которые охраняют и стерегут наш мир. В этот день традиционно работала полевая кухня. Все желающие могли отведать кашу и горячий чай. Всего участие в акции приняли более 1500 янаульцев. Привлечено 14 единиц техники. Как надеются сами участники субботника, спустя годы молодые саженцы превратятся в крепкие деревья и будут радовать горожан и гостей Янаула. Эльмира Хузиева, Ильдар Сахапов, служба новостей Янаульского телевидения. С 12 апреля в нашей стране стартовал патриотический марафон «За Россию». К акции присоединился и наш район. Музыкальный вечер «За Россию» прошел на Елочной площади 23 апреля. На праздник пришли более сотни янаульцев. Перед началом мероприятия учащиеся гимназии и жители организовали флешмоб в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Янаульцы выстроились в виде буквы Z. Изначально эта буква использовалась для маркировки российской военной техники. Сейчас она также считается символом патриотизма, гордости за свою страну. Праздничный концерт начался с исполнения гимна Российской Федерации. Слова одного из главных государственных символов нашей державы наизусть знали и исполняли многие янаульцы. Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Газигатов. В ответ на все попытки Запада российский народ объединился. Произошла консолидация нашего общества. Такого сплочения страна не видела давно.
Мы поддержали решение главнокомандующего о начале специальной военной операции. Мы сказали решительное «нет» нацизму. Мы еще раз убедились, что судьба России в надежных руках. Мощь российского оружия и боевой дух наших солдат, офицеров, моряков, летчиков еще раз показали Западу, блоку НАТО, да и всему миру, что сила в правде. У кого правда, тот всегда сильнее. Музыкальную программу подготовили коллективы Межпоселенческого культурно-досугового центра и Дворца молодежи. В течение вечера на сцене звучали разнообразные композиции, посвященные любви к родине. Как отмечают организаторы, главная цель акции – напомнить об исторических победах нашего государства, о достижениях в науке и культуре. Каждый россиянин может внести свой вклад в развитие нашей страны. Марафон пройдет в 30 городах России и продлится до 5 мая. Гульнара Ситдикова, Алсу Щепотева, Булат Шардинов, Рустам Рахимов, служба новостей Янаульского телевидения. Минувшие выходные православные всего мира встретили главный праздник – Пасху. Подготовка к ней длилась весь Великий пост 40 дней. Верующие вспомнили Тайную вечерю, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. В домах в это время обычно проводят уборку и готовят блюда к праздничному столу. О том, как встретили праздники и на улице, расскажем прямо сейчас. Пасхальные службы проходят в ночь с субботы на воскресенье. Праздничная служба прошла и в Иверско-Ильинском храме Янаула. До начала службы настоятель храма Николай Гречушкин приветствовал гостей. Среди них глава районной администрации Ильшат Вазигатов, главный врач Тимур Мадьяров, имам Мухтасиб Янаульского и Калтасинского районов Ибрагим Авзалов, директор управляющей компании «Управдом» Дмитрий Анисимов, врач-терапевт Марина Капитанова. Настоятель вручил ей медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность за самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией». Пасхальное богослужение особенно торжественно и проникнуто чувством ликующей радости о воскресшем Господе. Священник начинает особое богослужение – полуношницу. Ее основная часть – это чтение канона Великой Субботы, повествующего о погребении Христа. Одна из традиций пасхальной службы – вынос плащаницы и крестный ход вокруг храма. Шествие прихожан со свечами под звон колоколов символизирует схождение Христа к гробу. У ворот храма настоятель оглашает главные слова этой ночи. Слава Отцу Сыну и Святому Духу! Христос воскресе! Воистину Христос воскресе! Стол на праздник принято накрывать богато, знаковое блюдо – пасхальные куличи. После завершения ночного богослужения в храме осветили традиционные праздничные угощения – яйца и куличи. Пасхальное воскресенье – это только начало торжеств. Они продлятся всю следующую неделю, называемую светлой. Это время, когда в церковных алтарях отворяют царские врата и звонят во все колокола, разнося по свету бесконечную радость воскресения Христова. Примечательно, что на второй день после Пасхи в Янаульском храме отметят престольный праздник День Иверской иконы Божьей Матери. С середины апреля в средней школе номер 1 проходила предметная неделя, посвященная Году культурного наследия народов России. В ее рамках педагоги и учащиеся проводят различные мероприятия, позволяющие детям больше узнать о традициях и культуре народов Башкирии. Праздник Шажары-Байрамы прошел 21 апреля. Ученики начальных классов подготовили выставку работ. Они изготовили из папье-маше фигурки, расписали их в цвета национальных костюмов, а также изучили и попробовали силы в таких техниках рисования, как городец и жестовская росписи. Каждый из авторов постарался создать красивую поделку. Мы тоже, учителя начальных классов, дети, родители, решили внести свою лепту.
создали план, и по этому утвержденному плану мы начали работать. Было очень запланировано много интересных мероприятий, которые несли действительно воспитывающий, развивающий характер. И родители, и учащиеся, все отнеслись к этому мероприятию серьезно и выполнили всю работу, запланированную от души. Это значит, мы должны были взять все народности, правда, все не удалось нам, хотя бы часть народностей показать орнамент, танцы их, народные песни, танцы, пословицы, загадки, чем занимались наши предки. Вот все это показано на выставке. Тщательно подготовились дети к празднику родословной. Учащиеся третьего класса рассказывали о своих семейных традициях и увлечениях, познакомили гостей с генеалогическим древом. Ребята читали стихотворения, танцевали, пели песни о родине. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. Я очень много интересного узнал про своих предков и узнал про своего прадеда и про остальных своих людей. И мы все, то есть вот я узнал много интересного, вот то, что фамилия – это у дальних людей, это дальние люди, имя было, просто мы прибавили к нему «ов». А еще мы всего вот готовились, ну, мы брали такую большую картинку и на ней вот рисовали дерево и на нем имена. Кто от кого произошел. У меня получилось 5 колен. Ну, мне распечатали, мы все это сделали. Эти знания мне будут полезны, я думаю, чтобы знать своих предков, знать, как они жили, знать своих прадедов, как они воевали, как они старались. По сценарию Батыр на протяжении праздника искал свой семейный очаг. От тепла сердец каждой семьи, где он побывал в гостях, загорелась свеча любви и доброты. Благодаря этому он обрел свой дом. Как отмечают организаторы праздника, родословную должен знать каждый человек. Без знания своих корней нельзя воспитать человека, любящего свою семью и страну, уважающего другие народы. Гульнара Ситтикова, Влад Шардинов, служба новостей Янаульского телевидения. Международный диктант по башкирскому языку прошел во всех уголках нашей республики 23 апреля. Участие в нем принял и Янаульский район. Он проводился в онлайн-формате, всего в нашем районе работали 20 площадок. Одной из них по традиции стала Центральная районная библиотека. В этот день попробовать свои силы пришли библиотекари, ученики школы и все желающие, кто хотел проверить уровень знания башкирского языка. Диктант состоял из заданий 3 уровней сложности для участников с начальным знанием языка, свободно владеющих башкирским и пишущих на северо-западном диалекте. Собрались более 35 человек. Это и учащиеся, и рабочая молодежь, и наши коллеги по библиотеке, и участники социального проекта «Старости нет, радость жизни». Мы на нашей площадке писали начинающий уровень, кто-то писал продвинутый уровень, кто-то не осмелился, конечно, писать, очень тяжелый текст был. А сейчас, на данный момент, мы пишем диктант на северно-западном диалекте башкирского языка. Диктанты нужны для того, чтобы проверить себя, свой уровень развития языка. Язык – это наше наследие, наш дух нашего народа. Поэтому языком владеть нужно, необходимо, знать надо, развиваться, учиться надо. А проверить себя лишний раз – это, конечно, хорошая мотивация, хороший образовательный уровень. Республиканский фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы» стартовал в Башкортостане в начале февраля. В творческом марафоне примут участие представители всех 63 муниципальных образований. На сцене можно будет увидеть башкирские, русские, татарские, чувашские, марийские, удмуртские, украинские, мордовские, казачьи коллективы. Зрителей ждут разножанровые песни, инструментальные наигрыши, танцевальные композиции и многие другие номера. Проект проводится раз в 3 года и впервые пройдет в онлайн-формате. Мероприятия будут транслироваться на портале культура.рф. 24 апреля фестиваль добрался до Янаульского района.
Певцы и танцоры показали свои таланты, члены жюри в этот день высоко оценили выступления коллективов. Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества. У нас в республике один раз в три года проводится Республиканский фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы Дослык-Галямаге». На этом фестивале все коллективы народного творчества нашей республики подтверждают свое звание народной и образцовой. Конечно же, комиссия просматривает за эти три года стабильность коллектива, конечно же, исполнительское мастерство всех наших коллективов. У нас в республике имеются 1223 коллектива со званием народной и образцовой. И среди них, конечно же, очень хорошие коллективы, которые работают в Янаульском районе. Турнир по шашкам среди семейных команд прошел в минувшие выходные во Дворце молодежи. Участие в соревнованиях приняли 30 команд, в каждой из них один взрослый член семьи и ребенок. Как отмечают организаторы, игра в шашки учит детей ориентироваться на плоскости, предвидеть свой результат. Благодаря игре они учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели. Состязания прошли в дружественной атмосфере. Все участники с большим азартом сражались в честных боях на шашечных досках. За соблюдением всех правил внимательно следили арбитры. Ребята и их родители серьезно подошли к соревнованиям, старались сделать верный ход, не проиграть своему сопернику. Шашечные баталии закончились дружескими рукопожатиями и торжественным награждением призеров грамотами и сладкими призами. Надо сказать, что с самого рождения наша жизнь сопровождается играми, которые способствуют развитию как физических, так и духовных возможностей человека. Но в наше время настольные игры они перестают быть популярными. Все больше детей сидят в интернете, играют в различные компьютерные игры. Поэтому наше соревнование сегодня – это прежде всего популяризация и повышение значимости данного вида спорта на территории Янаульского района. Ведь шашки, на первый взгляд, это простейшая игра, но в то же время интеллектуальная и спортивная, где необходимо продумывать каждый ход, быть осторожным и, конечно же, очень внимательным. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Все наши выпуски новостей вы также сможете увидеть на нашей официальной страничке ВКонтакте, в группе «Янаульское телевидение», на Рутубе, а также на нашем канале в Телеграм. До новых встреч! «27 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, местами до плюс 2, днем плюс 20, плюс 25 градусов. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Заработная плата от 20 тысяч рублей. Это миф. По статистике, всего лишь 5% госпитализированных людей были привиты. Я после вакцинации перенес болезнь легко, дома и без особых последствий. Статистика – это я. Статистика сильнее мифов. Вакцинируйтесь.
в школе? Все хорошо. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно, анонимно. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на железнодорожных переездах.